Друзья, на этой неделе я был в Иркутске по особому случаю. И мне очень хочется этим поделиться с вами. Девятое декабря – это особая дата для православных Иркутской Церкви. И многие верующие ждут и чтут этот день наравне с Рождеством или Пасхой. На службу съезжается все духовенство, все проходит в духе соборности, все единым сердцем и едиными устами хвалят Господа и угодника Его. Господи, что сё мною служащими, мнози восстают на мя, мнози глаголю души моей. Есть спасение ему возе его, и же Господи, доступник мой си, слава моя и вознесет главу мою, пасом им ко Господу возвах уст, дышами от горы святые свои я, пас услуг и спах расстрачен. И всегда есть неумолимое ощущение присутствия святителя среди нас, его молитв и покровительства его Иркутской Церкви. Друзья, я вам настоятельно рекомендую прочитать житие святителя Иннокентия, этого дивного святого Иркутской земли. Ссылка на житие будет в описании под видео. И всем добра!